Мой сосед Иван Степанович дочку Любу замуж выдал. Утром после свадьбы сидим, ждем, когда молодые появятся. Выходят. Молодожен идет еле-еле, за забор держится. Ага, укачала. Степаныч спрашивает: дети, как прошла брачная ночь? Молодожен говорит: папа, можно я буду спать с вами? Угробит она меня. Степаныч говорит: вся в мать пошла. Ничего, сынок, втянешься. Зятёк говорит: я пока втянусь, копыта отброшу. Мне под утро снился директор кладбища. Вроде звал к себе. Я говорю: Степаныч, все ясно, первый зять комом. Как будешь возмещать моральный ущерб? Зять как закричит: дяденьки, только отпустите, возместю. Сколько с меня за сутки? Степаныч аж подпрыгнул: как за сутки? Одна брачная ночь считается как две полярные. Ну, короче, расстались по-хорошему. Молодожен перекопал Степанычу огород 40 соток. До обеда управился. Люба бежит, улыбается: папа, выхожу замуж. А рядом прапорщик. Здоровый такой десантник был перед свадьбой. Придет, бывало, к Степанычу: папаня, мы голубые береты, да мы всех. Ну, наверное, сам себя сглазил. Потому что свадьбу отгуляли 3-го, а 5-го десантник начал что-то глохнуть. Люба его в спальню зовет, он вроде не при делах. На дерево залезет, в скворечник спрячется, курит и свистит. А через неделю приходит Люба, вся заплаканная, на руках держит своего десантника. Тот лежит в берете, маленький такой, худенький, глаза до погона. Ага, стерся. И тихо так этот десантник говорит: папаня, не поминай лихом, я тебе буду сниться. Я говорю: сынок, ты бы отцу что оставил? Все-таки неделю тут топтался. Родня. К вечеру приехали два прапорщика, сгрузили вагон картошки уже почищенной. Только мы со Степанычем развод отметили, подарки рассортировали, Любушка бежит: папа, нашла! Степан спрашивает: этот-то хоть орел? Она говорит: и не просто орел, а горный. Сглазила она своего орла, как последнего попугая. Или климат ему наш не подошел. Через неделю выходит горный, за стеночку держится. А глаза у него такие степные, степные. Отец не справился. Ошибка вышла. Петрович говорит: сынок, попробуй загладить ошибку материально. Ровно через 3 дня орел пригнал Степанычу Мерседес прямо с завода, прямо с конвейера, прямо вместе с немцами. Не успели выскочить из салона. А на прошлой неделе опять свадьбу играли. В невестах Люба по традиции, жених новый, сынок мой Колька. Вечером Степаныч прибегает, говорит: что делать, что делать? Молодые уже неделю из спальни не выходят. Я говорю: ну и слава богу, что не выходят. Значит, им там нравится, значит, любят они друг друга. Чего я вам всем и желаю.